В этом году в рамках проекта «Единая Россия. Городская среда» выделено почти 200 миллионов рублей на благоустройство 15 дворов и 9 общественных территорий. За ходом ремонта следят общественники, чиновники, депутаты и наши съемочные группы. Мы побывали в одном из дворов и узнали, всем ли довольны местные жители. Для них нет трудных задач, и любой вызов по плечу представители рабочих профессий предприятия «Металлоинвеста» встретились на корпоративном конкурсе профмастерства. Удалось ли участникам себя показать и на других посмотреть? И почему так важно делиться опытом с коллегами?